хочешь знать, кто создал этот мир, кто жизни разум дал? Откуда эти звезды, я и ты, и кто нас в мир послал? Тебе ответить сразу не смогу, одно я смог открыть. Как хорошо на этом свете жить. Есть вечная любовь, что людям дарит небо. Есть вечная любовь, что небу доверяем мы. Благослови, прошу, мою отчизну небо. Такое жизнь. Зачем живем, рассвета ждем, навстречу дню спешим. Есть сердце у тебя и у меня, ты слышишь этот ритм. Как хорошо на свете жить, нам сердце говорит. Есть вечная любовь, что людям дарит небо. В Краснодаре просто перечень больше, чем у нас с тобой это всю жизнь. Наград. Во-первых, а во-вторых, все эти аплодисменты для вас, ребята. Это просто потрясающе. Спасибо вам огромное. Вам по 11 лет. Я знаю, что вы воспитанники МЭЦ. А вы занимаетесь по скольки направлениям вообще? Чем занимаетесь? Мы занимаемся вокалом. Только? Нет, еще входит хор, сольфеджио и какой-то инструмент. Какой-то, в смысле? Почему? Любой, можно выбрать инструмент. Какой-то там инструмент. Ну, вы какие выбрали? Я фортепиано. Я тоже фортепиано. Ах, синхронисты. У вас хватает времени вообще побыть ребенком, не знаю, кроме занятий, есть еще и учеба? Да. Хватает? На все хватает? Да, хватает время. Какие организованные дети. Очень круто. Как-то аж завидуем немножко. Что вам больше всего нравится из всех направлений? Мне, например, вокал, сольфеджио и фортепиано. Нет, мне только вокал. Только вокал, остальное? Зато честно. Правильно, дети уже не же честны. Нет, вообще, пока вы пели, у нас, конечно, мурашки тут пробегали. Да, это было очень здорово. Спасибо. Вы любите эту песню? Да. Это наш первый дуэт. Поздравляю! У вас есть еще песня в дуэте? Да, у нас еще есть песня, вот мы будем сейчас учить другую. Здорово. Ребята, современную какую-то музыку слушаете? Например. Да. Билли Айлиш. Угу.
больше не могу. А из Билли Айлиш можешь что-то, нотку какую-то спеть? Я как, какая твоя как любимая песня? Давай так спросим. I'm not your friend. Я знаю, I'm not your friend. Современный, мы тоже не Мы тоже знаем. Да, мы, конечно, хотим следовать тенденциям, как я уже говорила. Мы, в общем, хотим тоже понимать и разбираться в этом всем и хотели с вами поиграть в одну игру, если вы не против. У нас есть картинки всяких штук, которые сейчас супер популярны среди детей, сейчас, подростков, кстати. Да и многие взрослые тоже в эти все штуки играются. Поэтому мы хотели бы у вас спросить, что, как на называется. Но если вы не знаете, у нас есть несколько вариантов ответа. Да, но если вы знаете название, можете прям сразу отвечать. Mm-hmm. Вот. Если ответите на все, будете супер молодцами. Ну и по крайней мере просветите нас с Леной, потому что для нас это была большая проблема. Да. Вот, итак, смотрите, ребята. Первая картинка. Поп-ит. 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 Так. Значит, точно. Поп-ит. Тогда следующую сразу картиночку можно? Симпл-димпл. Чем отличается поп-ит? Поп-ит, ну он как-то, ну, он может, ну, там больше пупырок всяких, это жестче, чем поп-ит. Ну, но он тоже с пупырками. Да, да, но Simple Dimple тут разная величина и пластиковая. Вот эта вся конструкция. Да. А в поп-ит там все резиновое, и там просто много пупырышек, есть даже 30 на 30 сантиметров. Ребята, а зачем они вообще? Стресс снимают. Есть больше. А, это есть для стрессующих детей. Ладненько. Теперь понятно. Продолжим дальше. Давайте следующую картинку. Это сквишин. А, сквишин. А я себе заказала сквиш, между прочим. Ребята, какие есть виды сквиши тогда? Сквиши, ну, есть все виды, но есть твердые, мягкие, есть разной величины, есть... А для чего они? Угу. Тоже снимает стресс. Конечно. Следующий, пожалуйста, лот. Следующая фотография у нас есть. Это спиннер. Ну, это мы знаем. Это спиннер. Мы, это уже считай наше время. Это просто. Да. Ну, это да. По сути. Тоже снимает стресс. Тоже снимает стресс, да. Следующая, я уверена, что вы не отгадаете, как это называется. Это штука, которая внутри штука. Мука. Смотрите, есть варианты ответов. Сжималка, капитошка. Капитошка, капитошка, капитошка. Даже не договорила! Да, мы все отгадали, и главное, знаете, мне кажется, что скорее этот конкурс был не для вас. Для нас. Мы такие варианты придумали. Крюмпл-пумпл, глампл-пампл, фитит, графаф. Графаф? А что такое графаф? Ну, это поп-ит я пыталась придумать, графаф. Ну, вот давайте, ну, последний, может, вы это хотя бы не отгадаете. Кубик-рубик? Это магнит? Это флипа-флип, ребята. А что с ним надо делать? Лена, вот эти вопросы давай потом. А, я вспомнила, есть такая штука, да. Как я смотрела. Ну вот, все, человек знает. Ну, вот и все. Это ну, вот магнитный все. Камушек. А-а-а. Поняли? Да, ну, Лен. Угу. Отлично. Сегодня у нас в гостях были Дежка, Арина и Жаров Егор. И они прекрасно поют и разбираются во всех тенденциях. И подучили немножко нас. Лиза, спасибо вам огромное за то, что вы были сегодня с нами. Ну, а мы, конечно, двигаемся дальше, а вы никуда не переключайтесь.